одну лопату несколько девчонок. Да. Ну, где же такое дерево приживется? Ну, под одну лопату девчонки. Не, большие, вот с таким вот надо Как мы уже сообщили, райисполком предложил жителям Энки выйти в среду 5 апреля на посадку деревьев в своем микрорайоне. К сожалению, древесно-кустарниковая растительность здесь плохо приживается. Есть надежда, что со временем бывший обширный пустырь превратится в лесопарковую зону. Жители микрорайона, к слову, активно поддержали призыв властей и вышли садить деревья. Там девчонки ногами утаптывают. Люся, иди держи ветку. Они потом приедут, еще закопают или как?